Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я хотела бы рассказать о профессоре кафедры методики преподавания иностранных языков МПГУ, докторе педагогических наук, одном из основоположников теории, отечественной теории перевода Рюрике Константиновиче Венер-Белоручеве. Жизнь Рюрика Константиновича была интересной, но очень нелегкой. Будучи совсем молодым человеком, во время Великой Отечественной войны летал в штурмовой авиации. На его счету 106 боевых вылетов. Он награжден 4 орденами, среди которых орден Боевого Красного Знамени и орден Великой Отечественной войны первой степени. 17 медалей. Но в одном из боев он был ранен. После ранения Рюрик Константинович поступил в военный институт иностранных языков, а по окончании института в 1949 году он начал свою педагогическую деятельность. Сначала в Институте международных отношений, а потом в военном институте иностранных языков. Блестяще владея иностранным языком, французским в частности, и навыками синхронного перевода, Рюрик Константинович долго трудился в качестве синхронного переводчика. Профессия переводчика сводила его с самыми известными политиками эпохи. Ему приходилось работать с Хрущевым, с Косыгиным, с Брежневым, с генералом де Голлем, с Хо Ши Мином. Он встречался с руководителями Ганы, Алжира, ГДР, Польши, Швеции, Индии и других стран. Богатый переводческий и преподавательский опыт был положен Рюриком Константиновичем в основу своей докторской диссертации «Методика обучения последовательному переводу». Впервые в этой работе Рюрик Константинович представил записи в последовательном переводе как в вспомогательном средстве устного переводчика. Демобилизовавшись в 1978 году в звании полковника, Рюрик Константинович пришел в наш институт на кафедру методики преподавания иностранных языков. Рюрик Константинович является автором множества книг. Он известен среди преподавателей и методистов, и переводчиков России и вне России. В его списке публикаций насчитывается около 200 работ. Это монографии, учебники, словари, статьи. В 1999 году вышла одна из важных его книг – это «Теория и методы перевода». В этой книге Рюрик Константинович анализирует существующие переводческие концепции. Он представляет перевод как самостоятельную науку. В этой книге также рассматриваются особенности переводов независимо от двух контактирующих языков. Особое внимание в своей научной деятельности Рюрик Константинович уделял устному переводу. Почему? Потому что до Рюрика Константиновича устный перевод не существовал как самостоятельный вид переводческой деятельности. Он всегда рассматривался совместно с письменным переводом. Впервые Рюрик Константинович опубликовал курс устного перевода «Французский язык». Этот курс готовит студентов к двум самым сложным видам перевода – синхронному и последовательному. В нем также даны упражнения для формирования навыков и умений устного перевода. Чуть позже Рюрик Константинович опубликовал также записи в последовательном переводе.
Это также учебное пособие. В этом учебном пособии он раскрывает теоретические основы записей в последовательном переводе, как памятки устного переводчика, и также дает методические рекомендации о том, как обучать устному переводу. Надо сказать, что научные интересы Рюрика Константиновича не ограничивались только проблемой теории перевода. Он внес значительный вклад в теорию и методику преподавания иностранных языков. Им выпущено множество статей и выпущен учебник, который называется «Методика преподавания французского языка». Этот учебник и до сих пор используется в нашем институте иностранных языков для подготовки студентов, будущих преподавателей иностранного языка. Нужно сказать, что теории и методы, представленные в этом учебнике, полезны и интересны не только преподавателям французского языка и студентам, изучающим французский язык, но и студентам, изучающим другие иностранные языки. Рюрик Константинович был замечательным рассказчиком. Он написал книги «Как стать переводчиком» и «Война и мир в его жизни». Эти книги читаются с большим интересом. Рюрик Константинович подготовил 60 кандидатов наук и 4 доктора наук. Студенты любили его очень и стремились на его лекции. Нужно сказать, что Рюрика Константиновича и французского писателя Антуана Сент-Экзюпери роднит то, что они оба летали под одними и теми же звездами. Оба носят звучные аристократические имена. Но самое главное, то, что их объединяет, то, что они были работниками планеты людей и так много сделали для того, чтобы люди планеты понимали друг друга. Предлагаем вам познакомиться с трудами Миньяр Белоручева Рюрика Константиновича, которые хранятся в фонде библиотеки МПГУ. Издания, доступные в электронно-библиотечной системе МПГУ, сопровождаются QR-кодом для перехода к электронной версии. Настоящая книга предназначена студентам педагогических вузов. Книга содержит 15 глав, посвященных основным проблемам методики, список литературы и французско-русский словарь методических терминов. Каждая глава включает последовательное изложение основных вопросов по проблеме и выводы. Пособие составлено в соответствии с программой по методике преподавания французского языка для педагогических институтов. Настоящий словарь включает около 2000 русских словосочетаний и их французских соответствий. Эти словосочетания являются наиболее типичными для языка международных конференций, независимо от предмета обсуждения. Словарь предназначен как для переводчиков-профессионалов, так и для широкого круга лиц, изучающих французский язык. Методический словник представляет собой толковый словарь терминов лингводидактики, то есть теоретической и практической методики обучения языкам. Толкование терминов, отражая специфику обучения языкам, отвечает современному состоянию лингвистики, дидактики и психологии. Словарь предназначен для преподавателей иностранных языков, школы и вузов, а также для студентов и аспирантов педагогических факультетов. Он может быть использован как учебное пособие по курсу методики обучения иностранным языкам. В отличие от большинства имеющихся публикаций, в настоящей книге перевод рассматривается как самостоятельная наука, а его основные проблемы исследуются независимо от конкретной пары языков. Читателю предлагаются теории информативности текстов, основные способы перевода, классификация языковых средств в переводе и так далее.
теоретическое исследование проблем завершается практическими выводами и рекомендациями. Настоящая книга предназначена в качестве учебного пособия для студентов и преподавателей переводческих отделений вузов, а также других учебных заведений, готовящих высококвалифицированных специалистов в области устного перевода. В книге содержится систематическое изложение основ переводческой скорописи, записей в непрерывном последовательном переводе, служащих вспомогательным средством памяти переводчика. Непрерывный последовательный перевод обязателен во всех крупных международных организациях, и для его оптимального осуществления такие записи оказываются не только полезными, но и необходимыми. Учебник для 10 класса составлен в соответствии с требованиями действующей программы для школ с углубленным изучением французского языка. Он открывает завершающий этап обучения французскому языку и направлен на совершенствование навыков и умений всех видов речевой деятельности, в том числе и наиболее сложных – перевод, извлечение ключевой информации, компрессирование текста. Курс устного перевода представляет собой учебное пособие для языковых вузов и факультетов иностранных языков, а также для специализированных учебных заведений типа гимназий, лицеев и колледжей, готовящих переводчиков. Французский язык, курс устного перевода, представляет собой учебное пособие для языковых вузов и факультетов иностранных языков, а также для специализированных учебных заведений. Учебник устного перевода может служить моделью для обучения устному переводу с использованием других иностранных языков. Настоящая книга предназначена студентам педагогических вузов. Книга содержит 15 глав, посвященных основным проблемам методики, список литературы и французско-русский словарь методических терминов. Каждая глава включает последовательное изложение основных вопросов по проблеме и выводы. Пособие составлено в соответствии с программой по методике преподавания французского языка для педагогических институтов. С перечнем работ Рюрика Константиновича Миньяр-Белоручева, хранящихся в библиотеке МПГУ, можно ознакомиться в электронном каталоге МПГУ. Представленные издания доступны для работы в отделах библиотеки МПГУ.